Как и прежде, судебные приставы решают многие социально значимые вопросы, побуждают недобросовестных и жадных работодателей рассчитаться с долгами по зарплате, а нерадивых родителей выплатить алименты. Взыскано и перечислено в пользу различных взыскателей 4 миллиарда 133 миллиона рублей. Вследствие принятия судебными приставами и исполнителями мер принудительного исполнения в консолидированный бюджет перечислено 1 миллиард 575 миллионов рублей. Запрет выезда за границу – это по-прежнему действенная мера побудить должника рассчитаться. Также эффективны аресты имущества. Гораздо охотнее выплачивают алименты те, кто лишается права на пользование автомобилем. Благодаря межведомственному сотрудничеству приставы в значительной мере помогают наполнить казну. Потому что расходы бюджета с учетом реализации послания президента страны Владимира Владимировича Путина носят ярко выраженный социальный характер. Направлены на поддержку семей с детьми, развитие инфраструктуры городов и районов, расширение спектра государственных услуг населению Брянщины. Региональное ведомство значительно укрепило свои позиции на всероссийском уровне. Если в 2018-м брянские приставы занимали 55-е место, то уже в прошлом году поднялись на 17-е. Безусловно, достигнутый вами результат говорит о правильности выбранного руководством управления курса, эффективности принимаемых управленческих решений, и, конечно же, о слаженности работы всего коллектива. А особенно отличившиеся судебные приставы получили ведомственные награды. Также отмечены региональные подразделения. Лучшим стало Карачевское. Именно ему вручили золотой кубок. Вторым стало Мглинское, а третьим — Севское. Артемий Маркелов, Максим Кузнецов. События, Брянск.